Дорогие мои подписчики, я очень рад, что вы у меня есть. Мне так греет душу, что вы пишете комментарии. Даже пишут некоторые тролли плохие комментарии. Ну а что делать? Аудитория увеличивается, и понятно, что на это нужно делать скидки. Не могу же я быть для всех хорошим. Но я, во всяком случае, стараюсь таким быть. Итак, было несколько запросов на тему того, что такое шеф-нож, про ножи много спрашивают, про нарезку спрашивают. Сегодняшний ролик даже больше не про нарезку, а как обезопасить себя, работая с ножом, и основные правила, которые должен знать каждый домохозяин, домохозяйка, гастроном, человек, увлеченный едой, повар и так далее. В общем, существует большое количество ножей. Есть ножи маленькие, вот такие вот для обработки овощей. Почему? Короткое лезвие, да, позволяет там чистить морковь или огурец, или еще что-либо. Мы к нему как-нибудь вернемся. Потом есть ножи, например, вот такие вот. Тонкие. И вот смотрите, они гнутся. Видите, flexible. Flexible. Гнущиеся ножи. Эти ножи как-нибудь я буду рассказывать о разделке рыбы. И воспользуюсь flexible ножом. Это филейный нож, которым очень удобно разделывать рыбу. И даже знаете, что я иногда делаю? Я иногда с помощью этого ножа, снимаю пленку у вырезки говяжий. Есть нож вот такой, смотрите, квадратный. Есть нож квадратный, который называется накири. Накири. Это нож для овощей. Вот японцы, например, считают, это японская форма ножа. Японцы считают, что это очень удобный нож для нарезки овощей. Вы знаете, я им иногда пользуюсь, только ни в коем случае не вздумайте таким ножом резать сыр. Сырные ножи все либо очень тонкие, либо с дырками, да, с такими, видели? Это для того, чтобы плоскость прилипания была меньше. Но нож классный. Но самый главный, один из самых главных ножей, это, конечно же, шеф-нож. Шеф-нож имеет высокую пятку, сужающуюся форму. Их в мире существует два всего лишь. Ну, таких, знаете, их, может быть, существует и миллионы, но основных среди поваров, вернее, повара различают два типа шефских ножей. Японский шеф Сантоку, у меня его нету, к сожалению, посмотрите просто форму ножа Сантоку в интернете. У него лезвие прямое, а верхушка... у меня же был Сантоку. Не, где-то он спрятан. Или есть. Давай я, кстати, у меня есть он, точно. Одну секунду потратим. У меня точно есть Сантоку. Нашел такие я Сантоку у себя в закромах. Я вообще большой любитель ножей. И у меня чего только нету. Видите, он даже лежит в коробочке. Я его оттуда достаю исключительно по праздничным случаям. По такому случаю, как раз вот как сегодня. Вот посмотрите. Видите, какая форма? Верхушка загнутая. Вот этот нож, который называется Сантоку, его еще называют японский шеф. Им тоже удобно работать, но мне привычнее работать европейским шефом. То есть вот таким. Видите разницу? Разница всего лишь в форме ножа. Этот нож с высокой пяткой создан для того, чтобы быстро шинковать и не касаться пальцами стола. То есть вы понимаете, да, что если этот нож будет какой-нибудь вот такой, с маленькой пяткой, то я не смогу сделать им, потому что у меня пальцы будут упираться в доску. Вот они. Конечно, можно там приспособиться как-то вот так. Знаете, там и резать малюсичные какие-нибудь штуки. Но этот шеф предназначен для нарезки. Поэтому это основной нож, которым работает шеф-повар. Именно из-за него и назвали этот нож шеф. Им можно резать мясо, им можно резать травы, овощи, фрукты. Это вообще один из самых универсальных ножей, которым можно резать практически все. Когда мы переходим к нарезке, мы должны знать две вещи. Во-первых, нож должен быть острый. И желательно, когда вы выбираете нож, следите за тем, чтобы обух ножа, это вот эта часть, чтобы обух ножа был тонкий. Но в то же время он вот, ну, у меня он, конечно, прогибается, но он не должен быть flexible, не должен гнуться так сильно.
То есть тонкий обух, острый клинок и пальцы, за которыми нужно следить, чтобы они у нас не стали короче. Ну, вернее, у вас, потому что я уже, так сказать, наблатыкался и могу это делать с закрытыми глазами, потому что чувствуешь свой нож. Еще повара привыкают к своему ножу. И иногда бывает, что они берут чужой нож и режутся. Ну, это ничего страшного, это не делает никакого там, типа, фу, повар, ты же повар, че, порезался? Блин, повара режутся, я вас уверяю, очень много раз. Значит, приступаем к работе. Берем нож так, чтобы нам его было удобно держать. Ну вот вы можете его как-то взять, знаете, приспособиться. Кто-то берет пальцами за само полотно. Главное, чтобы вам было удобно. У меня шейка у ножа длинная, понимаете, вот эта тонкая часть. Поэтому я стараюсь его ближе держать, ближе вот к самому лезвию. Итак, вы берете, ничего не трогайте пока, никаких продуктов. Ставите нож. И поднимаете его вверх и вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вот таким образом вы должны потратить 15-20 минут без ничего, для того, чтобы понять, как вам удобно резать, как, под каким углом он у вас должен стоять. Кто-то режет параллельно своему телу, кто-то режет наискосок, кто-то режет вот так. Так неудобно, потому что вам придется поворачиваться. Ставьте, мне удобно вот куда-то наискосок. Все, вы делаете, вы должны понять, как работает нож, как этот процесс. Все, когда вы поняли, значит, вы можете попробовать это делать быстрее. Не забывайте, что вы должны касаться пяткой. Быстро делайте. Оп. Вроде бы как бы у вас рука, кисть уже начала привыкать. Берете продукт. Немного продуктов, не тонну, не... Особенно, знаете, когда наберут, они вот так вот скользят, режутся неправильно. Это все придет потом. Главное взять одну ленточку. Дальше вы должны ее там как-то поставить так, чтобы вам было удобно. Что вы хотите? Наискосок, поперек, вдоль и так далее. Но лучше это делать поперек, пока маленькие кусочки удобнее резать. Пальцы. Вот если у вас будут вот так стоять пальцы, то вы их обязательно порежете. Потому что у вас тут соприкосновение с полотном ножа очень маленькое. Поэтому пальцы нужно ставить вертикально фалангу. Вот так. И чуть-чуть как бы вот сюда немножко подгибать. Для того, чтобы у вас нож касался второй фаланги. Он широкий, для этого и сделан. Чтобы вот он, понимаете, когда вы держите пальцы, подгибаете переднюю фалангу, большой прячете. Некоторые эти подгибают, большой выпячивают. И потом, большой палец порезали. Слава богу, я этого никогда не делал, у меня никогда большой палец не был порезан. Итак, мы сделали так, большой палец спрятали, поддерживаем наш продукт большим пальцем и ставим, начинаем делать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Видите, у меня нож ходит по фаланге. И все, мне не нужно смотреть на продукт. Я понимаю, какой толщины я режу, потому что я делаю отступ. Дальше. Важный очень элемент. Некоторые любители приходят. Я в нескольких школах сижу в жюри, приглашают меня. Сижу в отчетных экзаменах. Ну, то есть курс прошел, вот экзамен. Я смотрю, что делают люди. Они режут, девочки особенно любители, режут кончиком ножа. Кто-то режет серединкой ножа, а кто-то режет пяткой. Вот смотрите, на пятке самая большая нагрузка. Вам не нужно затрачивать труда для того, чтобы резать пяткой. Пятка и нужна для этой нарезки. Потому что если вы захотите увеличить темп, вы не сможете на переднюю часть увеличить темп, потому что вам придется ее высоко поднимать. Понимаете? Так же, как и серединка. Ну хорошо, люди там режут серединкой. И понятно, что если у вас большой пучок, вы все равно захватываете часть. Но учтите, что пятка у вас контролируема. Вы пяточкой режете с меньшими затратами, быстрее и эффективнее. Потом не забывайте, если вы делаете какие-то длинные нарезки, длинные движения ножом, вы должны понимать, что он у вас становится бесконтрольный. Когда нет точки опоры, им очень сложно управлять. Поэтому забирайте палец сюда, двигайтесь ближе к полотну, упирайтесь также. Фалангу прибирайте, ставьте на вторую фалангу, опирайте лезвие
и делайте надрез, срез вернее. Если вы понимаете, что эта часть у вас болтается, значит эту часть нужно поддерживать большим пальцем. Некоторые повара, знаете, что делать, я вам сейчас покажу. Они большим пальцем умудряются подталкивать, ну вот в моем случае морковь. Смотрите, что делают. Ставят вот так морковь, начинают резать кубиком, а потом вот так пальцем начинают пододвигать ее туда. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Я так, конечно, мне не очень удобно, но, может быть, вы знаете, может, кому-то из вас понравится эта техника, что большим пальцем он у вас, во-первых, всегда спрятан от лезвия, во-вторых, не забывайте, что у каждого человека разные пальцы, разные суставы, кому-то удобнее так, кому-то нет. И вы наверняка видели в какой-нибудь шашлычной, в шаурмичной, есть люди, повара, ребята, которые готовят, да, и которые годами режут, например, лук. Они даже не опирают нож, не имеют точки опоры, а режут сверху вниз и умудряются делать это эффективно. То есть всем лезвием поднимают. Смотрите, это достигается годами, конечно. Тренировка – это человек каждый божий день делает одну и ту же работу. Он как робот. Он пьяный, трезвый, под наркотиками, под чем угодно. Он будет это делать. И причем будет разговаривать, он это делает. Вот прям берет и нож даже на него не смотрит весь день. Не старайтесь это повторить пока что. Пока вы не поймете, пока вы не станете резать, пока вы не научитесь делать вот так. Здесь у вас есть точка опоры. У вас более контролируемый процесс, чем тот, который, значит, делает человек. А потом, знаете, даже вот у морковки вот эта часть больше, плотнее, и уже нож начинает залипать немножко и так далее. То есть здесь нужно прям отдавать себе отчет в том, что вы делаете. Потом следить за тем, чтобы у вас тонкий пластик был одинаковый, потому что смысл нарезки, конечно же, в тонком пластике. Вот так вот гораздо удобнее резать. Вот реально, гораздо удобнее. Когда вы дошли до самого конца, нет спешки. Нужно следить, чтобы пальцы не дорезались и сделать последний, так скажем, рывок. Я надеюсь, что у каждого энтузиаста есть дома классный нож. Следите за ним, не давайте ему умирать, я имею в виду. Режущую кромку берегите. Он должен быть всегда вашим продолжением руки. Вот у меня, как у повара, этот нож, я его прям ценю, люблю. Я подобрал, я годами искал, какой нож мне понравится. Подобрал, и теперь я могу им резать кубиком, треугольником, полукружочком, пластинками, как угодно. Самое главное, что вы должны уделять этому хоть сколечко внимания. Если вы все время забиваете на это, вы никогда этому не научитесь. Но как только вы уделили внимание и вникли в процесс, как тут же весь мир перед вами раскрывается, и вы, опля, становитесь виртуозом нарезки любыми ножами. Вот так. В общем, я с вами. Спасибо, что вы со мной. Комментите, ставьте лайки, пальцы, сейчас как модно говорить, не знаю. В общем, давайте. До скорых встреч. Смотрите за новыми рецептами. Пока.